А, снимаем, да? Всем привет, с вами Man of Comics. Сегодня я расскажу вам, чем я собираюсь заниматься в ближайшее время. Поехали! Как вы знаете, на моем канале уже пару лет выходят офигительные видео, от которых мне самому становится стыдно. Мой контент включал в себя распаковки, в которых я хвастался своими покупками, толком не говоря ничего интересного о комиксах. Дальше я делал обзоры на комиксы, которые выходили с периодичностью. Да хрен знает во сколько там месяцев. И всякие обзоры фигурок тоже, которым я хвастался, ничего интересного. Ну и, в общем, всякая хрень. Теперь поговорим о том, что я хочу изменить. Распаковки. В них я буду распаковывать товар и объяснять, чем же интересен тот или иной комикс. Обзоры комиксов. В них я буду показывать определенный комикс, говорить о его плюсах, минусах, что мне понравилось и чем этот комикс цепляет. Возможно, это будет какая-то лимитка или ангоинг, может даже быть манга. Сейчас ее много выпускают на русском, хотя я ее особо не читаю. Также не пропадет с канала рубрика Bad Comics, рубрика, в которой я говорю о плохих комиксах. Также я планирую делать видео по фильмам, мнения и по сериалам. Сейчас это достаточно стало популярно на ютубе, и в принципе я тоже хотел бы этим заняться. И давайте договоримся с вами так. Когда на канале у меня наберется 800 подписчиков, я разыграю какой-нибудь комикс, пока не знаю какой. Победитель будет определен через приложение ВКонтакте. Это видео получилось кратким и информативным. Ставьте лайк, если оно вам понравилось. Делитесь этим видео и ждите новых, потому что их будет в ближайшее время много. Пока! Пиу-пиу! Пиу! Ты что, снимаешь опять? А ну выключи!